Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Dead by Dale. С вами, как всегда, Алекс. Мы продолжаем играть. Сегодня мы возьмем крутые аддоны. Кольцо от мамы чрезвычайно увеличивает скорость передвижения во время преследования Ямаоки. Следы трещин больше не видны во время использования преследования Ямаоки. То есть это очень плохо. Именно поэтому нам лучше взять отцовские очки. А следы крови выживших видны во время использования преследования Ямаоки. То есть по отдельности отцовские очки бесполезны. Их лучше брать именно с кольцом от мамы. Ну что ж, и, конечно же, возьмем черный защитник, чтобы вернуть все аддоны топовые назад. Ну что ж, let's go, погнали. Отделение для буйных. Психлечебница Кротус Прен. Играем мы с вами за духа. И я думаю, мы поймаем всех выживших, ребятки. Я готов тащить. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Это реально очень круто помогает мне. Вот, я готов снимать для вас новые серии. Новые бомбезные крутые серии. Так, значит, давайте используем преследование Ямаоки. Я очень быстро передвигаюсь. Оп, тут кто-то заводила, это дедушка. Заводила, да? Ты заводила? Беги отсюда, заводила. Сейчас мы тебе накажем. Так, только... Палету заранее сбросил, зачем? Зачем? Ну-ка. Блин, фейкануть не получилось, но это было немножко глупо, долго бежать. А, ладно. Идем дальше. Чем больше мы делаем действий, тем больше мы получим очков крови. В любом случае, мы немножечко уже зарабатываем. Так, преследование. Вот кровавые следы, я вижу. Я вижу их. Хо-хо-хо-хо! Видите? Я угадал, потому что у меня... Так. Потому что у меня... Навык! Смотрите, он хотел оглушить меня! Он хотел меня оглушить. Палеты, какой ты хитрый. Все-таки сбросил. Зачем? Это немножко глупо было. Надо было сразу бросать. Я думаю, это была не очень удобная позиция для него. Ему не получилось бросить палету. А так он мог, в принципе, меня оглушить. Особенно, если бы с другой стороны обошел. Ну что ж, теперь надо найти его. Где он? Где он? Тут тоже кто-то заводил. Ну ладно. Где ты? Что-то он руками машет. Видимо, что-то хочет сказать своему оппоненту, своему тиммейту. Вот. Видимо, он говорит, уходи, уходи. Кыш-кыш-кыш. Вот так немножко. Кыш-кыш-кыш. Он здесь. Уходи. Не подходи ко мне. Ладно, пускай спасает. Я так буду поглядывать. Хотя... Ну-ка, давайте разок проверим. Ну-ка. Так, мимо. Как будто мы проходим. Где ты? Ха-ха-ха-ха. Я так и знал, что кто-то спасет его. Смотрите, скинул. Дедушка скинул палету и тем самым помешал, да, заградил. Зачем он скинул палету, я не понимаю. Эй, что-то все палеты заранее сбрасывают. Смысл в палетах, чтобы не сбрасывать их заранее, а в нужное время использовать. О, прям на меня побежала. Прям на меня побежала. Я думаю, это будет легкая катка, потому что пока что сильных мансеров я не вижу. Посмотрим, ребятки, посмотрим. Мне нравится у нее осколок. Смотрите, какой осколок. Это не просто осколок. Уже, я не знаю, как назвать. Ну, закаленный-то он, понятно, что... он как будто бы, смотрите, еще горячий, в лаве прям. Как будто бы откуда-то забрали его. Я прям вся горю, смотрите на мои руки. Они горячие. У меня горячая кровь. У меня очень горячая кровь. Так, почти завели, смотрите. Нужно контролировать, ребят, генераторы, это обязательно. Потому что если вы не будете следить за генераторами, то... Ну вот, видите, они быстро заводят, выжившие очень быстро заводят. Получай, найс. Самое главное ударить. О, еще ослепил, ну молодец. Молодец. С своим фонариком, сейчас мы тебя обманем. Ну-ка, давайте назад лучше пойдем. Посмотрим, что у нас здесь. Так, надо разбить палету. Мы сейчас к нему вернемся, еще не переживайте. Там, где у нас там был... Вот дедушка, смотрите, дедушка хотел ее спасти. Это молодец, молодец. Надо было быстрее, порасторопнее быть. Что ж так медленно-то? Медленно ты спасаешь. Всему вас нужно учить. Она сейчас умрет. А сущность уже пытается ее забрать. Ребят, где же вы? Что ж вы ее не спасаете? Так, тебя сюда повешаем. О, завел! Нафиг спасать ее, да? Сейчас посмотрим. Посмотрим. Ну это тот сурф, который меня оглушил, завел. Куда он убежал? Куда он убежал? Так, ну двое жертв пойманных. Что-то как-то неохота их отпускать. Иначе я еще проиграю. Ведь осталось два генератора, ребятки. Вот, смотрите, спасли. Прямо на глазах спасли. Молодец. Кто там самый смелый? Ну-ка, подойди ко мне. Вон такой крадется.
крадется. Иди сюда. Ать! Отлично. Крутой у меня меч. Поу! Классная катана. Отлично. С двух ударов. Так. Видно, новички со мной играют. Ну что-то я прям не чувствую вот этот... Да, они заводят генератор. Они хорошо заводят быстрый генератор. В принципе, вроде как не запарывают, да? Но мантить они не умеют. Я, в принципе, за выжив тоже не очень хорошо играю. Вот. О, смотри, там лечится, хилится. Это перк сработал чили барбекю. Потому что далековато она была. Вот здесь. Ать! Попалась. Ну ты сама виновата, сама виновата. Вот. Профессиональный мансер понял бы, что, скорее всего, у меня чили барбекю. Они легко это определяют. Так, отлично. Ну что ж, минус 2. Легко очень сделали. Ну-ка, это коробка. Это коробка, боже мой. Подгонялись. Один вылечился. Один вылечился. Тебе надо проверить генераторы. Так, ломаем. Отличненько. И просто пройдемся. Пока их двое, они в любом случае будут заводить. Когда остается последний, заводить смысла нету. Вот, смотрите, кровь. Подожди-ка, где-то здесь. Такой спрятался, вот он. Ах ты ж, блин, еще я глушил. Еще я ослепил, ну ты вообще наглый. Так, ладно. Спокойно, ты молодец, все правильно сделал. Где ты? Куда он побежал? Он меня дурит. Вон он, ну конечно же он дурит меня. Назад побежал. Какой же ты хитрый, самый хитрый. Сурф, смотрите, ждет. Молодец, кстати, он лучше всех играет. Еще и слепит, молодец. Хорош, это самый хороший сурф. Блин, я ж не... Ого, вот тут надо было пораньше сбрасывать. Лоханулся. Ну, не всегда же получается хорошо играть. Нужно учиться. Оглушать маньяка лучше тогда, когда он начинает только наносить хит. Или когда начинает подходить. Вот как видите, что замахивается. Бросайте, даже если не попадете. Или же, когда идет к вам, тоже обязательно бросайте палету. Иначе хитанет. Я замечал обычно, когда я замахиваюсь, они постоянно сбрасывают. Ну, я как бы, когда замахиваюсь, я и вперед иду. И они сбрасывают палеты. Но если же я сначала иду, а потом замахиваюсь, у меня часто получается наносить им хит. Потому что они, ну, мне как кажется, что они следят именно за замахом. Вот увидел, замахивают и сразу бросают. Они прям наготове. Поэтому моя личная тактика, я стараюсь подойти. Ну, иногда замахиваюсь. Ну, каждый раз, когда я замахиваюсь, меня оглушают. А когда я сначала подхожу, а потом... О, тихо. Оп. За плечик так аккуратненько. За плечик аккуратненько так подобрали его. Ну, отлично. Не хочу я тебя бить. Не такой я уж жестокий. Поэтому вот, аккуратненько тебя повешу и виси. Вот, поэтому я замечаю, когда я замахиваюсь, меня постоянно оглушают. А когда я сначала подхожу, а потом замахиваюсь, тогда я наношу хит. Ну, это чисто моя тактика. Советую, самое главное, практика. Играйте в ДБД, ребятки, вы обязательно выработаете свою тактику уникальную. Подожди. Ну-ка. С аптекой. Сейчас. Оп, отходим. Что-то он сопротивляется. Сопротивляйся. Ну, он очки крови побольше заработает. Ну-ка. Подожди, он молодой? Он же с усами, мне кажется, был. А, вот с усами, молодой. Смотрите. С усами. И прическа у него боль. Да что за читер? У него два скина. Я думаю, это баганулась игра, наверное. Смотрите, вот это прикол. Вот это класс. Молодой. С усами. Тут ему 20 лет. Тут ему 30 лет. Тут ему 20. Тут 30. Так, прикольно. Ну-ка. Улетает. Прикольно, баг у нас получился, ребят. Ну что, сделали, поймали всех, ребят. Спасибо большое, что поддерживаете канал. Ставите лайк, пишите комментарии. Это очень круто, все помогает.
Вот, также у меня много других классных видеороликов на разные игры всевозможные. Часто хоррор-игры выходят на канале AlexPlay. Так что забегайте, смотрите раздел видео и смотрите плейлисты, там много чего интересного. Также кооперативы, в плейлисте найди кооперативы, там очень круто и смешно. Так, ну что ж, 8-й ранг с нами играл единственный. Да, наверное, это тот, который у нас постоянно глушил палеты. Да, вот, видите, слепил фонариком. Он хорошего дона взял, смотрите. Хороший. Так, фонарик и аддона взял. Ну вот почему слепил. Он хотел набить очков крови, но тиммейты ему не дали этого сделать. Но он единственный был 8 ранга, а остальные, видите, 14, 15, 15. Ну сразу было видно, что они плохо играют. А вот этот, который слепил, вот он как раз таки хорошо играл. Тяжелый фонарик. Фу. Я думаю, ему было обидно сейчас, конечно. Фу. Так, надо еще в архивы зайти и забрать нашу крутую награду. Я почти все выполнил в первом уровне, да, в архивов. Книга 1, пробуждение. Почти что все выполнили. Вообще таки хорошего вам настроения, больше позитива. Спасибо, что подписаны. Спасибо отдельно, кто нажал на колокольчик. И всем вам удачи и хорошего настроения. Пока-пока. Еще увидимся обязательно.